Ana, bu sapırlayıp gelip başlayalım. Müzikantlar iki ol olası. Çalışma. На 2 месяца команда Харадениус Продакшн погрузилась в увлекательный съемочный процесс продолжение юмористического сериала «Шаматала Хуранта». Во 2-м сезоне приключения шумной семейки стали еще интереснее. Расширилась география съемок. За время съемок шумная семейка побывала в доме Левазия Бита и Фират Картбаба, вернулась в столичный дом. С героями фильма происходили приключения в лесу, на автодроме, в ночном клубе, а Фират Картбаба успел даже попасть в больницу. Меня могли мальчик, меня нервала так и мерде, он очень меня были алда, мы да что был сериал да, был Ахридегил, а мы меня берем был сезон да и Йолачах. В этом сезоне в съемках участвовало еще больше актеров. Среди них звезды крымско-татарской эстрады и театра. Яна Штан! Да-да-да-да! У меня Харадениус Продакшн. Я пхану шлерне дайма хул тутмага, ярдым етмеге дайма азырым ден дайм, бабурынж ден. Шаматалы хуранда ден шахаджи бір ситком, элбетті вақтында менің жесіне. Чүнке хурандаларыны, халқымызны бірлештірмесіне чалыша чүнке. Умыт етем еркескене де бегеніп, бахарлар, сейр етеджеклер. Мен чоқ істекнен бұл съемкаларда, бұл комедия сериалында иштрак етем. Ве чоқ менің үшін мерақлы, чүнке бұйық бір профессионал, істедатлы команда чалыши. Әбетте чоқ бұле мерақлы олып кече. Әнде чоқ шақалашамыз біле съемкалар. Мен білесем еркес бегенар. Сегодня в сериале «Шаматалы Хуранта» я сыграла роль медсестры. Я давно хотела попасть в этот сериал. Моя мечта сбылась. А сегодня большое удовольствие получила от того, что я примерила на себя этот костюм. В общем, позитивная обстановка. И действительно, я думаю, что будет хороший сериал. Так что с нетерпением буду ждать выхода этого сериала. В заключительный день снимали эпизод с Лилией Буджуровой и депутатом Аметом, который пришел к ней на программу. Сегодня для нас уникальный день в том, что Харадениус попытался воссоздать Харадениус будущего. Вы видите, какое у нас огромное помещение, какая у нас замечательная студия. В связи с этим хочется очень поблагодарить Энвера Решетова, который предоставил здание салона «Хавал» в Симферополе. Сегодняшние съемки наши интересны тем, что ток-шоу Лили Буджуровой пройдет в рамках сериала «Шаматала Куранта 2». Съемки завершены, актеры признаются, расставаться с сериалом не хочется, ведь все стали по-настоящему родными. И на съемочной площадке всегда царила теплая, дружеская атмосфера. Мен белесем қиын жауылды, ама біз чоқ күлдіқ, біз пек болдырдық, бұзладық, ама бұ процесс бізге чоқ күш береді. Мен белесем девамы бар. Ве оның үшін 3-ші сезонны беклейық. Аллах сімет етсе. Чекімлер соңына келе, әбетті бір-бірімізні сағына жамыз, чүнкі біз мұнда бір құранда олдық. Ама мен белесем девамы да олыр. Дұйғыларым ажайып тұр, не үшін десеңіз, чүнкі бұйық бір іш алып барылды. Такымымыз бұйықтен бұйық. Еркезге сәлемлер, ішілер қолай келсін деп айтам. Фильмдегі Ферат Қартбабамыз кімерде бір аталар сөзлеріні қоша. Олардан бірісі «Көз қорқар, әл япар» деген сөйі. Іште «Көз қорқты, әл япты» нәтижесіні қысмет етсе біраздан көрерсіңіз. Все серии сняты, творческая команда принимается за монтаж. Уже с завтрашнего дня мы приступаем к процессу постпродакшена, и учитывая ошибки прошлого сезона, в этот раз мы подойдем к этому делу более кропотливо и профессиональнее. И я думаю, что мы представим зрителю более качественный продукт. Я хочу поблагодарить всех актеров и всю съемочную команду, и всех спонсоров, ведь мы вместе сделали колоссальную работу. В
Второго сезона «Шумной семейки» не было бы без поддержки спонсоров, которые помогли воплотить идею создания крымско-татарского юмористического сериала. Уже весной Хараденис Продакшн представит зрителю новый сезон «Шаматала Куранта».